появился герой. Герои могут быть разные. Это люди, которые спасают кого-то, делают какие-то очень важные, нужные вещи, получают за это награды. Но у нас сегодня появился герой. Это человек, который в Рио достал российский флаг в честь российской паралимпийской сборной, проявив солидарность с людьми, которых подло, бесчеловечно, абсолютно безосновательно не пустили на Олимпийские игры. Мы гордимся, что такие люди есть. Именно люди, которые стоят вне политики. Мы считаем, что этот шаг стоит над политикой. Это человеческий шаг, человеческий поступок. Настолько важный сегодня для наших паралимпийцев и для всех нас. Спасибо, спасибо большое. Еще раз говорю, я надеюсь, что мы узнаем имя. И я могу сказать, что имя этого человека для нас — это герой. Еще раз огромное спасибо нашим белорусским друзьям, конкретно этому человеку, за то, что он сделал. Такие вещи не забываются. Вот это и есть настоящий человеческий поступок. Я хочу сказать, что мы часто говорим о том, что, допустим, у искусства нет границ, у музыки нет границ, у культуры нет границ. Я хочу сказать, что у нормальных людей и в системе координат нормальных людей и у беды нет границ, географических, политических, еще каких-либо границ, потому что это большое человеческое качество понять, что кто-то оказался в беде. Это относится, в принципе, как к пониманию того, что есть инвалиды, люди с ограниченными возможностями. Это также относится и к пониманию того, что такое паралимпийское движение и кто такие паралимпийцы. И это также относится к ситуации, когда людей, которые превзошли себя, свою собственную боль, обстоятельства жизни, жизненные, к ним применяются вот такие вот нечеловеческие меры отстранения их от дела их жизни. Не могу не сказать вам о реакции газеты «Гардиан», которая написала после того, как это было сделано, после того, как на стадионе появился российский флаг, она написала, опубликовала статью, в которой сказала, что белорусы подпортили открытие Паралимпиады российским флагом. Дословно, подпортил настроение яркой, шумной и доброжелательной церемонии открытия Паралимпийских игр. Это пишет издание страны, которая считает себя цивилизованной. Это пишут люди, которые полагают себя журналистами. Я понимаю, что сейчас начнутся, видимо, гонения, в том числе и на этого человека. Вы знаете, вот такие статьи и уже прозвучавшие заявления о наказание, неизбежность, неотвратимость наказания. Это фашизм настоящий. Вот такой современный, закамуфлированный под что-то очень цивилизованное и якобы относящийся к праву юрисдикции, настоящий фашизм. Это страшно то, что написала «Гардиан», и теперь уже возвращаясь к своим полномочиям и функциям официального представителя Министерства иностранных дел, директора Департамента информации и печати, я хочу уже официально пригласить представителей газеты издания «Гардиан» в Российскую Федерацию для встречи с российскими паралимпийцами. Если вы можете писать такие вещи у себя в теплых, удобных кабинетах, я думаю, у вас должно хватить сил, мужества и совести, если она у вас есть, посмотреть этим людям в глаза. У некоторых, правда, незрячие, но ничего. Мы устроим вам встречу с теми людьми, которым вы можете посмотреть в глаза, если у вас останутся на это силы.